Surprise, motherfucker. Проект «Мальчики, девочки, дамы и господа, дорогие мои подписчики и гости канала». Сегодня у нас обзор на этот долгожданный парфюм, который я почему-то из пленочки не вынул, но, ну, почти что не вынул. Отрезал верхушечку. Там пакетик. Как видите, кроется Red Tobacco. Очень давно хотел его сам обозреть. Не терпелось мне. Прямо давайте прочтем, что у нас говорит фрагрантика. Red Tobacco Mansagah – это аромат для мужчин и женщин, принадлежит группе «Древесные пряные», выпущен в 2017 году. Верхние ноты – шафран, корица, ладан, мускатный орех, белая груша, зеленое яблоко и ут. Средние ноты – пачули и жасмин. Базовые ноты – табак, амбра, гуаяк, сандал, таитянский ветивер, мадагаскарская ваниль и белый мускус. Все читаешь, хочется его съесть. И на самом деле оно примерно так и есть. Я роптал на эту крышечку, на пластиковую, которая вот, ну, пластиковая, да? Как она есть. Мне сказали, что она так и была изначально у Red Tobacco, она пластиковая. Не знаю, как у остальных парфюмов, выпущенных после данного аромата, но... Возможно, и здесь также оно о. Сможете ли вы чего-то прочесть здесь, не знаю. Ух, я думаю, мне стоит выключить вытяжку, потому что она шумит. Вот так-то лучше. Ну и что, нанесем данный парфюм? Я сегодня думал, чем же мне напшикаться. В том числе я немножечко вот так вот нюхнул Red Tobacco. Потом я напшикался Creed'ом, Неголи Соваж. Напшикался и думаю, почему у меня в носу пахнет Red Tobacco. А это просто потому, что я его к носу поднес. И все эти молекулы остались у меня возле носа, и они забивали собой все. Пришлось нос прочистить и промыть. Трижды трехкратно. Маленький пшик, и слава богу, что маленький, потому что парфюм безумно стойкий. Те же самые ощущения, что я на распаковке его пшикал. Видите? Пятно. Я могу очень много дуть, но оно останется масляным, видите? Очень мощное. Как же пахнет табаком, хорошим табаком. Это вот, знаете... Цыганщина во всей ее красе, в самом положительном ключе. Цыгане, цветастые юбки, люрексы и вот это вот все вас ожидает, когда вы нанесете на себя Red Tobacco. Помимо табака, здесь действительно слышны фрукты, которые очень красивые, очень. И только лишь подчеркивают вкус... Запах, аромат лучшего табака. Вот мне сказали тут, я сравнивал его с ароматом сигарет Магна. Ну, то есть, вот не когда куришь, а когда из пачки нюхаешь. L&M. Возможно, L&M's. Те, которые были в 90-х годах. В 90-х. Вот там вот они сверкали. Понятно, что сейчас не осталось...
особого табака ни в парламенте, ни в Кенте, ни тем более в Эл-Эн-Дэмс, к сожалению. Посмотрите, видите, как сверкает до сих пор? Это фантазийный табачный аромат, который, тем не менее, сразу же дает ассоциацию вам с табаком, самым лучшим табаком, если вы его пробовали вот именно в те времена. Сейчас я не знаю, что осталось, что можно из real thing нюхнуть, и чтобы погрузиться вот в эти вот ощущения. Ничего, я думаю, уже не осталось. Даже табак, супер табак Драм голландский, который вот для самокруточек. Мы его покупали, мы крутили самокруточки, были офигенные самокруточки. У меня даже где-то осталось несколько щепоток, чтобы закрутить, но он же выдохся, вы же понимаете. А здесь, как будто его только-только изготовили на фабрике и дали вам вот эту пригоршню. Офигенный аромат. Он пахнет долго, он пахнет стойко, он пахнет мощно. И у меня спрашивали, может ли он задушить. Я сказал, нет, может. Может задушить, потому что слишком мощный, слишком стойкий. Нужно его немножечко как-то дозировать. Нужно по чуть-чуть, за правое, за левое ухо, к примеру, да, или куда вы пшикаете. Если на одежду, то тем более два скромных пшика, скромнейших, и все. Как говорят англичане, американцы, you are set. Весь день пахнет. Видите, никуда оно не исчезнет очень долго теперь. Приятнейший, чудеснейший, фруктовейший, фантазийнейший табак. Вот это то, о чем данный аромат. Все. Больше можно не говорить мира там белый, что там, груша. Ну, возможно, да. Возможно, фруктов там много. Амбра, гуаяк, сандал. Для меня он о табаке. И только лишь о табаке, который просто вибрирует от и до. Красивее табака в парфюмах я не встречал. Честно, ребят. Но я не знаю, как вы относитесь к курению. Насколько вы вот курильщики в прошлом, там, в настоящем. Возможно, вам будет свербить данный аромат. Возможно, он будет мозг выносить. Поэтому обязательно тестите перед покупкой. Обязательно. Как и любой Мансера. Они, ну, такие непростые. Но вот данный, кстати, выделяется из всех Мансера. Больше такого нет похожего. И вы не найдете его. Действительно красный, потому что вот что-то такое, то ли фрукты, то ли, ну, что-то такое остренькое, фруктовое, оно пробивается, оно заряжает жизнью, энергией данный аромат. И так есть на протяжении всей его жизни. Вот можете себе представить, его жизнь 24 часа плюс. Поэтому тестите, и я горячо вообще рекомендую, аромат просто бомбезный. Ребята, надеюсь, этот ролик был вам чем-то полезен, оцените его как-нибудь, и до новых встреч, пока! Супер хай!